Армянский премьер Никол Пашинян устроил очередной спектакль перед референдумом, который предстоит в Армении 5 апреля. На этот раз Пашинян, всеми силами агитирующий за принятие поправок в Конституцию, спустился в метро, чтобы раздавать агитационные буклеты. И вот тут любитель селфи столкнулся с реальностью. Пока Пашинян раздавал буклеты, одна из пассажирок порвала агитационный материал и швырнула обрывки в Пашиняна. Армянскому премьеру ничего не оставалось, как промямлить, что он уважает ее мнение.